Всем привет, друзья, с вами Стурмин. Хочу сказать, что долго я не решался отправляться на остров Сиптах, и вот пришло время. И сегодня мы с вами поговорим о легендарном оружии этого острова, которое можно изготовить своими руками. Итак, для этого нам нужно отправиться сначала вот сюда, Лей-храм тварей. Таких храмов здесь много. Нам нужно изучить верстак. Вот, верстак для исследований. И после этого, так, ну сейчас вот мы изучаем, здесь можно почитать, что о нем пишут. Так, после изучения этого верстака на нем уже можно изучать рецепты этих легендарных оружий. Ну а теперь отправляемся домой. Так, нам нужен старый Элдариум. Его можно найти в различных подземельях, которых здесь на этом острове, как пишут, полно. Но пока я нашел вот только одно. Кстати, как можно, вот я зашел в какое-то логово не топырей, возрожденных, или там, я не знаю. И вот как можно с них доставать, так можно доставать из сундуков. Это старый Элдариум. Итак, вот, как вы видите, это Элдариум. Теперь отправляемся домой. Нам нужно переплавить его в слитки, друзья. Итак, друзья, вот печка. Вот мы переплавляем этот старый Элдариум в слитки. Кстати, из них же делается этот верстак для исследований. Ну вот, я уже его сделал. Вот стоит какой-то уже дядька. Кстати, никакого раба сюда не нужно. Стоит дядька. Для того, чтобы сделать какой-то рецепт, изучить, нам нужно оружие из закаленной стали. Любое причем. Либо какую-то хорошую броню. Ну вот, я предпочел меч. Выбрать меч из закаленной стали. И вот мы получаем рецепт «Бунтарь». И сейчас вот закончится второй рецепт. Посмотрим, что будет. А будет яркий резак. Ну что ж, давайте теперь попробуем скрафтить эти резаки, точнее этот резак и вот этот бунтарь. Для того, чтобы скрафтить, нужен улучшенный, обязательно улучшенный верстак коваля. Давайте сейчас найдем, где этот бунтарь. Так вот, в поиске, чтобы попроще. Так, вот бунтарь, ставим его в очередь. И этот резак. Вот, оба меча. Так, делаем. Да, как вы видим, крафтится очень долго. Сейчас мы пропустим этот момент и уже потом посмотрим. Вот они готовы, друзья. Ну что ж, давайте смотреть, что они из себя представляют. Так, вот первый меч. Это меч. Так, бунтарь. Что ж, урон 50, пробивание 8, легендарный, увечье, оружие и бонус ко всем характеристикам. Замечательно просто. Причем прочность довольно неплохая. Так, что представляет из себя яркий резак, легендарный, увечный, но без всяких бонусов. То есть все то же самое, 58 и прочность одинаковая. Ну что, давайте посмотрим, как он орудует. Какие замахи, какие удары. Ну, в принципе, неплохо, красиво выглядит. Довольно-таки неплохо, друзья. Вот даже прошел этап путешествия. Так, что представляет из себя это? Ну, в принципе, практически то же самое. Ну а сейчас давайте посмотрим по характеристикам, что вообще представляет из себя, насколько прибавляет. Вот мы видим, друзья, плюс 2 ко всем характеристикам. Прекрасно. В общем, я остался доволен. Ну а у меня на этом все. До новых встреч.